В сети завирусился видеоролик, его якобы сняли в Кирово-Чепецке. На кадрах двое рабочих прямо из кузова грузовика раскидывали на дорогу реагенты. Автор видео иронично подписал: «Новые технологии дошли до Чепецка». Тем временем в Кирове первый снег с дорог убирали 35 спецмашин. Больше всего внимания при работе уделяли мостам, подъемам и спускам. На дорогах и пешеходных зонах распределены 175 тонн противогололедных материалов. Ночью тротуары чистили 50 дворников. Также работала спецтехника. В первую очередь реагентами посыпали остановки общественного транспорта, лестницы, подходы к пешеходным переходам. За прошедшие сутки выпало порядка 5 сантиметров снега. Подрядными организациями, силами ГДМС были выведены на проезжую часть КДМки для обработки противогололедными материалами улично-дорожную сеть. Обработали своевременно, постараясь не допустить наката либо гололеда. Дорабатываем сейчас осевые. Также по тротуарным частям выведена техника для прометания и обработки тротуарных частей. Работают также с галитом на тротуарах.